Ой, го. Это был последний день экзаменов, и я еще не закончила своим экзаменом. Мне нужно сделать видео, смонтировать его и закинуть к себе на канал. И все будет отлично. Сейчас я пойду домой. Я иду с пакетами, с вещами. Все со школы, все собрала со своих шкафчиков, все, что могла. И сейчас пойду домой. Все это распакую, закончу видео, загружу его на YouTube, скину ссылку учителю. И, кстати, это видео идет на мой YouTube. Это очень классно, что мои труды не пропадают зря. Я могу и закину к себе. Вот. Сделаю я это. А потом... Что я потом делаю? А, я потом пойду, наверное, в магазин за подарочками. Ибо вчера я этого не сделала. Пойду в магазин, устрою себе загул. Потому что нужно купить еще подарочки всякие, посмотреть маме кроссовки, брату игрушки. Папе моему никогда ничего не надо, но я все равно что-нибудь поищу для него на всякий случай. Что еще? А, вам, наверное, на микрофон сейчас дует, ладно. Потом посмотрю своему. В общем, всем нужны подарки от Дианы. Никто не хочет Диану принимать просто домой, что ее не было полгода. Ах, печалька. Ну ладно. Да. Так что все. Бегу домой. И этот учебный год закончился. И вы не представляете, как я сейчас рада. Просто моему счастью нет предела, честно. Thank you.